Ребята, всем привет! Приехали на вечернюю зорьку с пацанами. Сейчас идем выставляться. Останемся здесь до утра. Попробуем поохотить. Утка вроде есть. Что будет дальше, смотрите. Охотничек заходит. Несет с собой чучела, стульчик. Сейчас все расставим. Все по уму. И посидим. Ну все, маленько выставились. Небольшой плес. Утка вроде ходит. Даже сейчас, еще день. Уточки работают. Я думаю, вечером они дадут жару. Главное нам не мазать. Вот, кстати, о, клиент. Нет, ушел куда-то за куст. Ну, у нас зорька одна впереди. Потом мы ночуем. И утречко еще здесь встречаем. Первая добыча. Пацануха работает. Шилопы и чирок. Молодая исполняет. Ну, это уже там обстрелянная, бывалая. Молодушка тоже сегодня дала сегодня несколько осадок хороших. Не зря чубары зовут зорьками. Начинает смеркаться, и уточки в полном объеме начинают проявлять свои голосовые качества, свои рабочие качества. Но, к сожалению, никого особо не видать. Днем как-то даже лучше летала утка. В общем-то, он 5 штук добыл. А вот самая зорька, что ни на есть. Вообще тишина. Никто нигде не летает. Утренняя зорька. Разгорается. Лёта утки нет. Но еще рано. Надеемся на удачу.